Народного героя Дагестана Абубакара Расулова чествовали в Республиканском молодежном центре. За несколько дней поступок отважного школьника из Хунзахского района стал примером для многих мальчиков и девочек. За умение мгновенно принимать правильное решение юному герою вручили ценный подарок и благодарность от руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Козеева. Помимо этого, школьнику вручили сертификат на дальнейшее обучение в колледже гражданской обороны, а в завершении встречи участники студенческого корпуса спасателей показали основные приемы оказания первой помощи. Подходишь, и ты обязательно проверяешь в первую очередь сознание, то есть слышит у тебя или нет.